Ко мне приходит очень много писем от моих почитателей. И хочу вам почитать одно из них. От Константина Дубова. Здравствуйте, уважаемый Семен Владимирович Роганов. Пишет вам Константин Дубов. Весьма благодарен вам за ваши сеансы. Они помогли мне избавиться от алкоголизма и тяги к наркотикам. Теперь я увлекаюсь творчеством. Начал писать стихи. Хочу, чтобы вы оценили одно из моих произведений. Я сейчас прочитаю вам с выражением, чтобы вы смогли оценить атмосферу данного произведения. Мужики поймали бабу и давай ее ебать. Застонала и спросила: люди, ну зачем? Поебалу получила, но услышала ответ. Начальник этих мужиков давно уж стать отцом готов, но не смог поднять гондон, потому что калечен. Вот такое произведение. Спасибо заранее. С уважением, Константин Дубов. Ну что вам сказать, друзья? Это настоящая смесь шизофрении и нигилизма. И творческой абстракции. Я бы сказал, даже эгоизма. Абстракции от всего земного, можно так сказать. От реальности. Продолжайте в том же духе. Главное, не пейте.